посмотреть очередную 8-ю серию сериала «Катран». Новое дело майор Черкасов вы сможете 22 октября в четверг. И в ней вы узнаете о том, как раненый музыкантом Иван и Соня находятся в больнице. Туда заявляется музыкант. Находящийся под конвоем, Соне удается бежать. Она прячется у себя дома и просит по телефону Черкасова выслать туда наряд для задержания Бориса. Черкасов понимает, что неопровержимых улик, доказывающих вину преступника, у него нет. К тому же у него не складывается общая картина по всем жертвам. Майор приходит к выводу, что единственный способ найти убийцу и заставить его говорить – это постараться его перехитрить.